Сегодня в системе социальной защиты населения Московской области трудится более 30 тысяч специалистов. Людей, любящих свою профессию и отдающих тепло своей души и сердца всем, кто нуждается в поддержке. И, безусловно, каждый из них достоин самых теплых слов благодарности. Невозможно представить, как люди, отдавая себя такой нелегкой, но, с другой стороны, очень благородной профессии, умудряются посвятить этому. Это нужно иметь большую человеческую душу, профессиональные компетенции. В концертном зале детской школы искусств города Видное чествовали лучших представителей этой профессии. Почетными грамотами Московской областной думы и администрации Ленинского района награждали психологов, санитарок, медицинских сестер и других мастеров своего дела. Почетной грамотой Московской областной думы награждаются Зинаида Александровна Артамонова. Среди награжденных Анастасия Чингаева. По ее словам, случайных людей в их профессии нет. Это даже не профессия, а призвание. В ее случае все началось еще в детстве с заботы о братьях наших меньших. Мы во дворе помогали вот этим вот щенкам. Если где-то находили каких-то животных, мы пытались их обогреть, накормить, мы пытались их пристроить. Все жизненно. Выбор места проведения мероприятия не случайен. С подмостков сцены социальных работников поздравляли также лучшие ученики школы искусств. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. И самим социальным работникам порой нужна помощь. Ирина Карпенко была отмечена поощрением как раз за ее умелое оказание. Опыта в этом ей не занимать. Ирина в прошлом сотрудник полиции. Мы работаем с людьми, да, мало того, что люди бывают необразованные, неграмотные, бывают очень образованные, грамотные, чтобы и у нас, и у нашей организации не возникало никаких проблем. Также где-то что-то подсказываем, где-то что-то показываем, объясняем, разъясняем сотрудникам именно, чтобы в дальнейшем не возникло неприятной ситуации. Порой теплое слово гораздо важнее физической помощи. Социальные работники – настоящие врачеватели душ. И их день – это настоящий праздник добра и веры. Веры в себя, которую они помогают обрести и своим подопечным. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.